Кое-что ты должен знать обо мне. Я специализируюсь на особом виде охраны. Подсознательная охрана. Вы говорите о снах. У мистера Коба деловое предложение, которое надо бы обсудить. Работу предлагаете? Не совсем. Мы создали мир снов. Помещаем объект в сон, и он наполняет его секретами. А потом приходите вы и крадете. Ну, честно говоря, это не совсем законно. Это называется начало. Я готов. Думаю, я нашел путь домой. Это работа. Вот как я попаду туда. Сны реальны, когда мы в них. Но просыпаясь, понимаешь, произошло что-то странное. Ты отвечал за это! Мы были не готовы! Сон сокращается. Я все контролирую. Ненавижу, когда ты без контроля. Во сне можно мечтать о пушке и побольше.